Путешествие на двух колесах. Туристическая гостиная собрала в Бийске около 200 любителей велотуризма. В такой необычной для туристов форме Бийское отделение Русского географического общества отметило первую годовщину проекта «Вокруг света с РГО». Среди почетных гостей известный на Алтае заслуженный путешественник России Александр Провоторов и руководитель не менее известного клуба «Караван» из села Зудилово Александр Скачко. Отметим, что караванщики ежегодно совершают велозабеги по Алтайскому краю и даже создают туристские фильмы. Но что самое интересное, все участники этого клуба не старше 13 лет. А вот бывалый Александр Провоторов представил отважную четверку, которые на велосипедах преодолели около 3000 километров по самой протяженной высокогорной дороге мира – Великому шелковому пути. Сибиряки прошли свыше 25 перевалов Тибета и Гималаев на высотах более 4000 метров. Снятый во время экспедиции фильм уже оценили жюри российских и международных кинофестивалей. Бийских зрителей покорили горы Пакистана. Я видел много горных массивов, наверное, все горные массивы на планете, на всех континентах. Но вот Пакистан – это самые уникальные горы. Вот, я думаю, вы должны согласиться.